Patricia, замечательного умница, отеля Турбон Хаус. Ну, как говорится, мы строили, строили и, наконец, построили. В начале вот нашего праздника, мы думаем, что сегодня был для вас именно праздник, давайте друг друга, во-первых, аплодисментами поприветствуем и поприветствуем аплодисментами Владимира. Я хочу взять такое сейчас маленькое интервью. Ну, во-первых, наверное, первый вопрос, который возникает у тех, кто сегодня приглашен в гости. Как пришла вообще вот эта идея построить комплекс, гостиницу для людей и животных, и собак? Несколько причин на самом деле было. Во-первых, этот участок продали какой-то дядьке, который сказал, что у него, что он тоже заводчик. Я дядьке говорю: слушай, ты представляешь, у нас будет два питомника, но он против друга, мы тут сойдем с ума. Я у него купил этот участок, ну что, пришел сказать, думаю, надо что-то построить. Ну и пришла мысль, что построить. Поскольку я сам очень часто и много езжу на выставки, ну сейчас чуть-чуть поменьше, но в Европу. Ну как бы даже в Европе есть некоторая проблема, где, как остановиться с крупной собакой. Далеко не все гостиницы берут. Ну и поэтому решили, ну а чего построим, так сказать, мини-гостиницу. Сейчас там сделано 4 номера, в перспективе, я думаю, 6-8 номеров будет сделано. Каждый выходный у нас в Петербурге выставки. Люди приезжают, даже где из Германии говорят, кто сам поедет, но из той же даже Нарвы, из Сталина. Почему бы не остается из Пскова, из Вологды? Вот. Второе, мы очень много и часто встречаемся и среди сенбернаров, и вот с теперь с любимым моим питомником Садскосельской усадьбы, где много всяких разных собак, не только московских сторожевых. Вот. То есть очень креативные все люди. И мы подумали, нам нужен бы и зал, где бы можно это было собираться. Поэтому построили зал, потом сказали, ну клубные встречи хорошо, но как-то зал все-таки, наверное, должен какие-то еще деньги зарабатывать. Поэтому прикинули, поставим сюда видеозаписывающую аппаратуру, вот это будет экран. И будем здесь заниматься тренингом собак, подготовкой собак. Резиновые дорожки, диваны убираются, резиновые дорожки. И будем заниматься, так сказать, подготовкой собак. Ну а уж если подготовкой собак, то построили, соответственно, и гумерскую зону. Я вам покажу сегодня. То есть сделали такой, ну не ванну, но поток, бассейн. Вот, что там, поставили гумерский стол. Все, пожалуйста. Таким образом получается, по сути, получается комплекс. 10 вольеров, теплых вольеров, сколько там уличные вольеры. И большой вольер, там практически 15 на 15, то есть 2 сотки, это для общего выгула. Ну, собаки, которые есть, не конфликтуют друг с другом. Ну вот так все и получилось. А основная причина, ну я думаю, она о предстоящей пенсии, которую не сыграли. Надеюсь, что рядом с домом у меня этот пенсионный фонд будет можно работать. Вот честно вам скажу. Я правильно понимаю, что прямо сейчас я самый долгожданный момент выступаю. Это когда мы можем совершить не виртуальную, а самую настоящую экскурсию и познакомиться поближе с тем, что мы сегодня открывали. Ну, начнем по традиции, вот так положено, перевязать красные ленточки. Поэтому всех мы приглашаем. Хотим мы посмотрим немножко дом, а сейчас наши девушки приготовили столы. А то, как решил, уже взять. Старейшим, а младейшим. Пойдемте посмотрим. Добро пожаловать. У нас, Я только медленно.